Постоянно падает хрень, когда открываешь кейсы в игре, а вот на caseground.ru ты реально можешь окупиться. Огромное количество кейсов на любой вкус, а также бесплатный кейс, который ты можешь открывать 3 раза каждый час. А еще тут ты можешь открыть кейс из игры, только здесь реально выбить крутой дроп. Ссылка в описании. Что за хайперы ворвались в квартиру? Я не знаю, проснулся и буквально вон... Вот в 5 метрах от меня открылась дверь, ну, короче, я проснулся, когда, собственно, дверь открылась, как раз в этот момент, потому что, ну, меня разбудить, типа, ну, то есть невозможно, вот, когда я сплю, около меня там как-то красться, что-то тихо делать, я всегда проснусь, то есть невозможно меня не разбудить. И я вот проснулся, и там какой-то челик был, я не знаю, то ли хейтер, то ли вор какой-то квартирный, я в душе не ебу, он сразу убежал, я даже сначала не понял, то есть пока я дуплюсь, пока я встал, пока я там... Вспоминал, где у меня бита лежит, ну, в шкафу. За честь и отвагу! Очевидно, пока я оделся. Да, работяги уже не те, что были в 2014-ти. Даже радугу запустить не могут. Уже слышу, там шаги на первом этаже, там челик уже убегает, ну, то есть... Может быть, это был квартирный вор, я не знаю. Мы, ну, типа, там зашли около часу дня, то есть такое время, когда люди, ну, или на работе, ну, или не дома, в общем. Понимаешь, ночью люди спят, и утром люди спят. Там, ну или вечером люди сидят дома, отдыхают. А вот днем именно, в районе с 11 дня до 2 дня, часто никого нет дома. То есть, может это был квартирный вор, я не знаю. Но может это был и хейтер, потому что я, как бы, часто замечаю на улице, там кто-то за мной парит, кто-то за мной начинает следить. То есть, эти вот всякие фанаты или псевдофанаты. Я же не могу, как бы, определить по лицу человека, фанат это или хейтер. Просто мне уже эти все, ну... Скажем так, вся эта известность доебала. Не советую ко мне подходить. Все равно, ну, я не дам никакого автографа, не дам... ну, не буду пожимать руку и так далее. У меня к людям отношение четкое. Люди, каждый человек, это в теории, ну, потенциальный враг. А теперь уж тем более. Когда какой-то, блядь, чел заломился в квартиру, я не знаю. Дверь была закрыта почти 100%. Ну, 99%. В жизни не бывает 100%, окей? Ну, я уверен на 99+, что дверь была закрыта. Даже не проси... Те... Пам... Пам... Зиг Хайл, Артас. Почему ты не играешь в нормальном казино? Ты раньше в Вильям Хилл в Джои. Что ж нормально? Тебя не заебало в этой помойке катать каждый день? Кстати, пересматривал твои датоводы старые, где ты тащил на 6-7к, вот был заебись контент. Сейчас ноешь и ноешь. Ну ты долбоёб. Нет, чел, тебе нам нужно найти в себе силы перестать быть мудаком, вот честно скажу. То есть я не хочу тебя обидеть, но я просто, ну, у меня уже нету, скажем так, этого, как его, как это слово? Нетерпение, другое слово. Толерантность, у меня уже нет толерантности, ну, с тупыми людьми как-то разговаривать, что-то им объяснять, это ж вообще пиздец. Вот только сегодня буквально начинал стрим, мне сразу руинили. Вот ты реально настолько тупой? Ты настолько вот тупой человек, что ты не видишь, что мне каждую игру руинят? Какие силы вообще? Какое ты... О чем ты вообще говоришь? За честь и отвагу! О чем ты вообще говоришь? Ну ты что, блин? Ну что еще? Увидев ваше элегантное обмундирование, у меня возникла теория. Точка красный цвет означает победу. Победа — это викторин. Вика. Точка С английского red означает красный. Теперь вспомним одну личность. Точка Капич хочет нам показать, что одержал победу на любовном фронте. Это объясняет цоканье каблуков на фоне. Точка Пока. Казанович. Сложно! Я слишком известный чел, плюс я говорю то, что думаю, это всяких малолеток тупых злит. Люди не любят правды. То есть, ну... Если, допустим, ты лучший в чем-то, ты скажешь, что ты лучший, то... У всех пригорит. Это как пример, например. Ну это да. То есть, допустим, если ты лучший, и ты скажешь, что ты лучший, то все будут доказывать, что ты не лучший. То есть все будут пытаться сделать так, чтобы ты не был лучшим. То есть, ну, как-то это испортить. Так работает психология людишек. Потому что большинство людишек имеют комплекс неполноценности.
То есть они не могут терпеть, когда кто-то там, ну, слишком пиздат. Комплексом неполноценности обладает, не знаю, ну, по меньшей мере, процентов 75. Остальные процентов, допустим, 20 могут себе его подавлять кое-как, пытаясь заниматься чем-то полезным. Вот поэтому калаш лучше М-ки, потому что калаш бы убил баги, вот и все. А М-ка не смогла. Поэтому калаш пизжу. Мешать. Работяги. Даже если ты выигрываешь, как в Доте только что. Это зимой в кино. Мужик, перевший БЛК в бане, возвращается домой и путает адрес, после чего засыпает в чужой квартире, где его застает спящая некая Вика Шевелева и ее друг Богдан Алид. Фильм называется «Ирония бытия» или «С легкостью соляры». Лучше без комментариев. Как мне в воду упасть? Откуда? Отсюда я могу? Я хоть не разобьюсь, надеюсь? Или я разобьюсь? Ебать. Окей. Я не разбился. Я думал, есть шанс умереть. Ну тут лучше как бы не выебываться. Если так много воды в круге, лучше просто воду и все, и ждать. Чем пытаться сейчас проехать вот здесь, бусты применить, сюда попытаться проплыть. Ну нахуй. Зачем лишние воебоны? Мне вот интересно, как это выглядело, когда я на мотоцикле с горы упал? Где мой воздух? Я же вот выныриваю подышать. Она что, воздух не вдыхает, моя героиня? Почему она не дышит? Вот бывает, хочется спросить у человека, зачем ты что-то дышишь? А бывает наоборот! Почему ты ничего не вдыхаешь? Вот так ты выныриваешь. Почему нет? Дыши! Ну что еще? Папаня, объясни нубу, как стримеры типа Шруда, дизреспекта бегают с 20 фрагами и берут топ-1 по ХД. Почему ты не играешь в таком стиле? Согласен ли ты, что он более зрелищный, чем твой, ориентированный на выживание? Во-первых, ты перепутал два... Ты, ну, ты даже не знаешь, о чем говорить, смотри. Ты взял два челика, один из них умеет играть, другой из них обычный чел. Тот, который шрут, тот реально, ну, жестко стреляет. Объясняю, этот чел играл профессионально в Counter-Strike много лет. То есть, ну... Он умеет просто стрелять, и вообще у него как бы... У меня стрелять, это как в реальной жизни. Вы или, ну, вы можете быть снайпером, да, то есть... Или не можете, большинство, очевидно, не могут. То есть большинство людей не могут стрелять в компьютерных играх, ну... Допустим, как тот же Шрауд, а не Шрут, блядь. Так и в реальной жизни большинство людей не могут быть снайперами и метко стрелять относительно, да? То есть для меня банально... Я никогда в жизни не смогу делать 20 киллов по КД и занимать топ-1. Дальше. Внимание. Я играю на рейтинг. Любой, возьми любого стрелка, который стреляет, типа охуенно. Любого возьми, у них всегда стабильно рейтинг будет ниже моего. Потому что они не, ну, они понимают, что их стиль игры к рейтингу не ведет, и поэтому им типа похуй. Они даже не пытаются играть на рейтинг, потому что они понимают, что они все равно не смогут занять какие-то хорошие места. Потому что их стиль игры неправильный. Да, он для стрима лучше, зрелищнее, но он неправильный. В плане того, чтобы, ну... Вот ты говоришь, по КД топ-1. Если по КД топ-1, то почему же тогда, ну, настолько все плохо в рейтинге? Я никогда не... Где мое оружие? Да пиздец, я не могу вылезти с воды ебаной! И у меня оружия только что не было, вы видели? Я не мог оружие достать. Хотя я был уже не в воде, подождите, я не понимаю. Это баг? Я же уже стоял... Короче, я не мог оружие достать, вы видели сами, у меня не было оружия в руках. Но я уже был не... Ну, я уже стоял, а не плавал. Бля... Ну, хоть так. Что это?
игра клознулась. Просто вот так вот. Вот так вот. Просто клознулась. Да, continue, reconnect, блять. Что? Просто вот так вот. Схлопнулась, блять. Надеюсь, у меня герой не упал. Не reconnected, really? Реконнект года! Ну что еще? Здорово, папич, чекни игру Warframe. Пидорасик. Кстати, реконнект у меня лагает теперь. Лаги что-то жуткие. Папань, почему в начале раунда ты пробежал мимо трех уазиков со словами «Окей, это камни», потом сел в камень без крыши и поехал? Хватит байтить нас, работяг. Мы не слепые. Шутки, шутеечки, смеемся. Смеемся или бан? Топ донатер шутит. Да, блять. Вы видели этот реконнект? Это реконнект года. Где мы пуки? Не понял, где мы баги? Мне уже хейтеры спиздили баги? Два хейтера сразу, два стрим-снайпера сразу. И спиздили баги еще. Ну, репортить бесполезно за стрим-снайпинг. Пусть будет читинг, я не знаю. Ну, короче, ладно, я закончил. Не дают поиграть. Мой пуки спиздили, и два хейтера сразу пришло. Стандарт. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.